Группа поддержки в деле. Разминка и разогревающий массаж – обязательный ритуал лыжников перед стартом. Если опытные спортсмены целиком нацелены на победу, то начинающие просто получают удовольствие от атмосферы соревнований. Мы представляем Каневской район. Каждый год приезжаем на лыжню в Кубани. Мы стараемся этот вид спорта продвинуть. Хотя у нас снега нет, но активно стараемся принять участие. Фаворит гонки среди юношей не подвел. Член сборной Краснодарского края по лыжным гонкам Вячеслав Грядюшко в своей возрастной группе финишировал первым. Спортсмен не скрывает эмоций. На трассе комплекса «Лаура», где побеждали Легков и Бьорн Даллен, получить золотую медаль особенно приятно. Погодные условия повлияли немного на качение лыж. А так, ощущение хорошее, мне все понравилось, это было довольно легко. Погода действительно спутала карты организаторам и добавила интриги гонки. На трассу опустился туман, сильно ограничил видимость и снег с дождем. Но никого такие неожиданные природные сюрпризы не испугали. На масс-старт вышел и министр спорта Краснодарского края, в прошлом многократный чемпион мира по ачеребиатлону Андрей Марков. Именно на этих лыжах он не раз выигрывал награды на первенствах планеты. Примечательно, что это лыжня, она 37-я по счету, лыжня России, и проходит юбилейный год, 5 лет спустя, после Олимпийских игр, которые проходили здесь. Ну, я думаю, тот олимпийский запал, который у ребят сегодня возникнет, а он не может не возникнуть, потому что это все-таки олимпийские трассы, он все-таки им поможет. Лыжников, занявших призовые места, наградили медалями и дипломами Минспорта России, а победителям в каждой возрастной группе вручили кубки. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.